Всем привет, ребят! Я попробовал что-то новое на своем канале. Давайте же посмотрим и заценим. Посмотрите ролик до конца. Я думаю, что вам такой стиль понравится. Вот моя сестра уже расписалась, вон, Вероша. Всем привет, ребят! И знаете что? У нас выпал снег! Снег! Этот звук, когда идешь по снегу, когда берешь снег, ай! Такой звук вообще жесткий прям. У нас вчера вообще, короче, у нас в субботу был вообще прям вообще жесткий снег валил. И нас не пустили в школу из-за этого. Типа, у нас еще такой ураган был. Нам позвонила хвастнуха и сказала, типа, можете не идти, я такой халява. Вот слушайте звучок, вообще жесткий. Вот это я понимаю снег, ребят. Ну, конечно, я бы так не радовался, потому что у нас снег просто, это вообще редкость, потому что, как вы знаете, в Ялте горы, и они... Вообще полностью, блин, еще и гололед какой-то. Еще у нас горы, и они как бы ограждают нас от снега, то есть снега суть там за горами. Но когда мама моя вчера ехала в Симферополе, это типа перед Ялтой город, и получается, там вообще она рассказывает мне, что там уже все катаются на сноубордах, там типа все уже на саночках, там вообще офигенненько. Ну, у нас вот выпал снег, вчера шел. Правда, сначала выпал он и сразу же замерз, или что там. Ну, типа, выпал и сразу растаял, вот. А вот второй снег вот сейчас, походу, ночью был, и он уже нормально. Правда, гололед еще начал. Даже вот лужа есть, смотрите. Лужа замерзшая. Сломал лужу. О-хо-хо-хо. Нифига себе. Ну, для кого-то это радость. Что наконец-то выпал снег. Потому что когда в городе, где я жил, его иногда выпадало много. Моя сестра уже расписалась, вон, Вероша. Как дебил, жру снег. Ладно. Если будет еще что интересное, то я продолжу. Так, у меня просто телефон за ночь, ребят. Угадайте, насколько зарядился. Да, вы правы, он у меня зарядился ровно на 0%. Ну, перед школой меня, как всегда, ждал приятный бонус. Это, конечно же, кошечка. Не знаю, конечно, откуда она взялась. Ведь раньше в нашей школе я ее, ребят, вообще не видел. Но... Вообще, кошечка — это неплохо, потому что погладить можно, к тому же она дружелюбная, не кусалась, не агрилась, так что просто удовольствие. А это Димас. Ладно, всё. Перестань. Регина. Регина, ты боишься громких? А, я секс. Чего ты меня снимаешь? Спорт! Интересно. Давай. Сейчас, шмар. Давай кого-то. Сейчас. Сегодня не их, это а уже какие-то профи. Ну, это школьников какого-то. Вот. Да кого-то. Вот, снял.
После школы, ребят, вышло солнце, и весь снег абсолютно растаял. Конечно, у нас в Массандре остался снег, ведь у нас не светит солнце, а в городе его просто не было. А вот это уже наша химия, которую ведет биологичка, и Димасик, как обычно, занимался фигней и просто рассыпал все вот этой девочки в красной. Все какие-то блестяшки, и все блестяшки были на нем. Учительнице абсолютно Вот все это равно, и она новый звук. рассказывает нам какую-то Привет дичь. всем подписчикам по дискете. Николай, что что ты сделал? Я рассыпал. Я выебу в жопу, если я их не соберу. Ты звезда. Матвей, Матвей. Это же Рабасик Матвей. Ты уже попал в видео, Матвей. Больно. Это красотка Карина. Ну не лезь. Ты сколько там? Красота. Но случайно началась у нас в школе драка. И, конечно, какой же дебил не начнет снимать. Дебил оказался один на весь класс, и это оказался я. А самое интересное то, что дрался мальчик с девочкой, и их никто даже размерять не хотел. И обратите внимание на реакцию учителя. Ей вообще все равно, все равно. Да, ребят, это опять тот дебил, и он делает труп в школе, он вообще, да, он какой-то серьезный. О, скалолазочка пошла в действие. В общем-то, опять потом после школы я иду в музыкалку, как обычно, ребят. Давай. Ночью беляшек, утро барашек. Очень светится. Что-то желтое очень. Дико желтое, что-то говно какое-то. Может, у тебя зубы в говно цветом? Все такое желтое. Ладно, все, хватит, хватит. Ну, короче, ребят, вот какой-то такой влог получился. Я благодарю вас вообще сначала за просмотр, потому что я благодарен тебе, чувачок, под то, что ты посмотрел. Также не забывай подписываться на мой основной канал, и если вы хотите больше таких влогов, то пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, удачи и пока.